Приветствую вас, поправьте меня, если я ошибаюсь, но в отношениях вы занимаете позицию такую чаще ведомую, нежели чем равную или ведущую. В отношениях вы стараетесь угодить другому человеку, в отношениях вы хотите, чтобы другому человеку было хорошо, чтобы он был доволен, вот. Понимаете, основная проблема заключается в том, что вы подсознательно, бессознательно делаете все для того, чтобы поддерживать свою мировоззренческую позицию, связанную именно с этим. То есть связанную именно с тем, что я чем-то, перед кем-то виновата. И именно поэтому, потому что я чем-то перед кем-то виновата, я должна вести себя, ну, вот так. То есть так, как веду. Вот. То бишь, стыд. Стыд. Стыд – это обвинение. Стыд – это сравнение себя с другими людьми. То есть, это примерно такие мысли в голове. А вот другие, а вот у нее, а вот у него, а посмотри, как он, а посмотри, как она. То есть, постоянно у вас какие-то сравнения идут себя с другими людьми. Естественно, ничего хорошего из этого не выйдет. И не может выйти. Потому что сравнение себя с другими – это, во-первых, игнорирование своих индивидуальных качеств, своих индивидуальных черт. Во-вторых, это игнорирование своих желаний, которые заявляют о себе, что, собственно, потом и выливается в действия, за которые потом вам, ну, собственно, стыдно. Да, то есть, знаете, этот круг такой сомнутый происходит. Вот. И стыд – это, то есть, сравнение себя с другими – это обесценивание собственного выбора, собственной модели поведения и, соответственно, ориентации. Ориентация на других людей в своем, как бы, жизненном пути. И, соответственно, излишняя зависимость от этих самых людей. Вот. Поэтому. Дело не в том, расскажете вы молодому человеку о том, что вы сделали или нет. Вообще, я думаю, что идеальный вариант – это такой, чтобы вас вообще не волновало то, что вы сделали там когда-то. То есть, чтобы вы не сделали, это было сделано по молодости, чтобы вы не сделали, это было сделано до знакомства с ним, и чтобы вы не сделали, это было сделано просто, чтобы попробовать, потому что хотелось и так далее. Если даже вы это сделали, уже будучи знакомы с ним и уже будучи в отношениях с ним, сделали вы это потому, что а. были не свободны в своем выборе, в своем решении в силу ряда причин, б. Потому что были не удовлетворены. На первый взгляд кажется, что я вас оправдываю или спасаю. На самом деле нет. Я вас не оправдываю, я вас не спасаю. Я говорю так, как оно есть на самом деле. Либо вы примете это и будете исходить из этого, постепенно меняя свое отношение к тому, что произошло. Либо вы так и будете себя бичевать, обвинять и так далее. В конечном итоге вы либо заболеете, либо возненавидите своего молодого человека, либо что-то еще произойдет. Либо будете украдке делать то, что, собственно, находится под запретом. Вот. Вот. Потому что вы обесцениваете те процессы, которые происходят внутри вас. Либо вы обесцениваете то, что вы хотите.
то, что вам нужно, то, что вы реализовывали в поступках, которые были не совсем хорошими. Либо вы обесцениваете более глубокие желания, компенсируя это не очень хорошими с вашей точки зрения и точки зрения общества поступками. Но за этим всегда, всегда скрывается обесценивание. А возможно, возможно, только возможно, за этим кроется и некое стремление к тому, чтобы вас ругали. Некое стремление к тому, чтобы к вам так проявили внимание. Некий мазохизм, некая недолюбленность. С этой точки зрения вы можете представляться как недолюбленным ребенком, который вот таким извращенным способом пытается привлечь к себе внимание. И через чувство вины, через чувство собственной ничтожности, через через обесценивание себя и интроицирование, то есть принятие обвинения другого человека на себя, получает ту толику любви и внимания, которая ему нужна. Вот, это, конечно, уже такой достаточно такой серьезный уровень. Вот, понятно, что здесь область идет только моих предположений, но тем не менее. Что можно вам порекомендовать? Если честно, то в рамках вот ответа на вопрос, который вы задаете, я бы порекомендовал вам вспомнить вот то, что вы делали тогда. Когда делали? Вы делали зачем? То, что вы делали тогда, когда делали? Вы делали для чего? То есть, ну, чего хотели? Что было нужно? На что надеялись, на что рассчитывали, вот, и так далее. То есть определитесь вот с этим аспектом для себя. Это первое. Второе. Насколько вы умеете, можете выражать свои чувства? Вот. Насколько вы это можете делать? И кто в детстве вас обвинял в том, что вот, ну, в том, что вы делали что-то не так. Вот. Подумайте об этом. Необходимо рассказать вам об этом, просто проговорить то, что вы делали, и заново это вспомнить, для чего вы это делали. Вот то, что можно вам ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.